Штругент опоздал, теперь я сертифицированный повар. Ай, и туда на Гульген, зачем так резко свет включать, во-первых? А ты, куда я опоздал? Ну, в смысле, ну этот, ну, прикол, знаешь? Ой, к черту прикол. Ну, с этим Соником и Эггманом по типу ха-ха-ха, Соник, ты опоздал, там всякое такое, вот. А-а-а, теперь понял. Ну вот, теперь, короче, в честь того, что у меня все изменилось, у нас обновится интро. Все, конечно, круто, но я так и не понял, куда я опоздал? Да иди ты в задницу! Всем ха, с вами вновь Евген, и теперь у меня есть поварское одеяние, да. Короче, чё, ничего. За это? Короче, сегодня мы будем готовить сметанник. Вот у нас все ингредиенты. Вот у нас лежит пергамент с рецептом. Это вообще-то книга для рецептов. В общем-то, что нам нужно делать? Берем книжонцу, открываем. Так, нам понадобится первые яйца плюс сахар, значит, берем миску, одеваем ее на оператора, кладем, смешиваем яйца и сахар. Короче, все по пропорциям вообще у нас в два раза увеличено. То есть нужно 3 яйца, а мы взяли 6, потому что... Потому что нам нужно будет еще добавить кое-что. Потому что можно просто сделать корж, а можно сделать что-то вроде... Тортик? Как называется? Тортика, да, молодец. Так, разбиваем яйца. А можно я яйца разобью? Вон там труба. Иди разбивай. Все, оно вытекает. И как мне теперь что? Оператор, ты даже яйца не можешь сломать. В общем-то, всыпаем сахар. Вау, водопад. Теперь нам нужно размешать тесто. Взбили, добавляем сюда чайную ложку соды, много не сыпьте, иначе получится дрянь вкус. Я, конечно, не проверял, но поверю на слово. Сода это что? Дальше добавляем 2 грамма ванилина, но учитывая то, что вот не какущий, добавим сразу 2 штуки. Но вообще тут по 1.5. Ну как бы да, ну пахнет. А да, точно. Щепотка соли маленькая такая. Зачем непонятно эту соль? Много налил. Налил? Да. Может, давай еще водой рассыпаться начнем? Так, секундочку, мне нужно с кое-чем свериться. Теперь нам нужно 480 грамм муки, как уже сказал оператор. Поделим на такое отношение. Слушай, такой развезяй. Никто бы сомневался. Вломить бы оператор. Крякает он там, крякает. Так, и еще нужно где-то чашечку. У тебя маска белая. Это кокаин, не переживай. Это теперь какая-то улыбка. Да ну блин. Так, давайте все сыпем. Не успел это за... Это... Заснять. Все. Таким вот чудесным образом
Получается, что нам это все нужно взбить. Точно! Самое главное, без чего бы не получилось. Сметана! Да. В общем-то, нам нужно... Не могу вспомнить. 250-500 грамм сметаны. То есть, и учитывая то, что здесь 800 грамм... Получается тут... 200 грамм должно остаться. 300 грамм. А, да. Так, и получается сюда вылезло. Вот столько-то, да, примерно и должно остаться. Я чуть не уверен. Ну ладно, уже поздно. Как началось? Наш оператор пытается взбить. Ты сначала погрузи, потом! Нашего оператора сейчас и забьет повар. Все, давай, забивай. Сейчас покажу шток мука, когда пропадет. Увеличивай скорость. Ой, мне челюсть куснула. Монатка. Тут, короче, такой прикол, прислушайтесь. Вот как ты снимаешь? Я снимаю, чтобы вкусно было. Такой в бульбушке такие. А, продолжаем перемешивать, пока не растворится сахар. Этот ваш долбанный сахар ни хрена не умеет растворяться. Кто говорит, что он умеет? Вот я умею. На месяц могу раствориться с YouTube каналом. Так, теперь мы берем противень. Мы заранее очень сильно разогрели эту. Ну, нормально так разогрели. Духовку, да. Берем противень, смазываем ее маслом, как всегда, и заливаем нашу консистенцию сюда, не полностью. Вот так, да. Так, теперь берем вот эту штуковину, во-первых. Лопатку. Да, лопатку. Вот так вот распределяем. Чтобы оно было везде. Еще штуку дадим. Так, теперь нам это все дело нужно запихнуть в духовку на неопределенный пример. Вот, соответственно, и наш сметанник. Я помазываю его кремом, сделанным, соответственно, из сметаны и какао. Сметана осталась у нас после сметанника, но теперь ее вообще нет. Вот, получается, сделал я два коржа. Вот, первый пошел по жопе, он весь подгорел, сгорел. Вот второй получился весьма неплохо. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока и приятного аппетита.